День рыбака – любимый праздник приморцев. Администрация Приморского края поздравляет всех и приглашает 14 июля в 13 часов на спортивную набережную Владивостока. Вас ждет праздничный концерт с участием творческих коллективов, разнообразные игры и конкурсы, поздравления от царя Нептуна, а также настоящая рыбацкая уха для всех. Приходите, отличное настроение гарантировано, без ограничений по возрасту.